8, 7, 6, 5. Итак, три модели стартовало. Монахов, Щуцкий и Костюк. Щуцкий с Костюком ошибается, Монахов отрывается вперед. Три модели стабильно, периодично ошибаются. Поэтому позиции у нас на треке не меняются. Монахов, Щуцкий, Костюк. Монахов вылетел за пределы трассы. Щуцкий вышел на первую позицию. Монахов на второй, Костюк на третий. Данный заезд длится 5 минут. Модель номер 14. Неправильное приземление Костюка отрывает его от второй позиции. Щуцкий, Монахов, Костюк. Такие у нас дела. Монахов опять пытается вырваться за пределы трассы. Щуцкий первая позиция, Монахов вторая позиция. Пилоты идут достаточно ровно. Модель номер 14, 12, 16. Осталось 3 минуты. 3 минуты до финиша. Щуцкий ошибается. Монахов подкрадывается ближе. Но позиции не меняются. Щуцкий выходит на прямую. Монахов вслед за ним. Костюк идет в этом же круге третьим. Это крайний заезд для данного класса на сегодня, на сегодняшних соревнованиях. Остался только один. И Щуцкий ошибается, Монахов прорывается на первую позицию. Щуцкий второй. Прошло больше половины гонки. И у пилотов осталось 2 минуты, чтобы как-то исправить ситуацию у нас на позиции после 3 минуты. Модель. Номер 12, 14, 16. Монахов ошибается, но Щуцкий врезается в него, позиции не меняются. Сейчас у нас идет жестокая борьба за первое место. Щуцкий против Монахова. Монахов лидирует, Щуцкий вторая позиция. Оба пилота идут достаточно ровно. И Монахов переворачивается, Щуцкий первый. А теперь Щуцкий вылетает за трассу, Монахов первый. У нас идет борьба за количество ошибок. Монахов ошибается, а все равно остается первым. Аккуратные прыжки. Монахов, Щуцкий, Костюк. Все идут в одном круге. Монахов лидирует. На пару поворотов отстает от него Щуцкий. Достаточно много затыков в одном и том же коварном повороте. Но позиция пока что не меняется. Монахов первый, Щуцкий второй. До финиша остается 40 секунд. 40 секунд до финиша. Монахов. Его немного занесло в конце прямой. Неудачное приземление Костюка. Щуцкий догоняет Монахова. Но позиции пока что не меняются. Расстояние в пару кругов. Пилоты успевают зайти на последний круг. И в этом круге, именно в этом круге будет решаться судьба. Судьба данного заезда. Это последний круг. Модели принимаем на финиш.
Монахов первый, Щуцкий второй, Костюк третий. Костюк пропускает лидеров, спасибо. Костюк показывает очень грамотное поведение на трассе, хоть он и впервые участвует в соревнованиях. Монахов лидирует, еще полтрассы впереди до засечки. Щуцкий выходит напрямую. Щуцкий разворачивается. И вылетает за трек. Монахова принимаем на финиш. Нет, на финиш. Быстрее. Не-не-не, сюда. Давай. Монахов финиш, первая позиция. Поздравляем, первое место. Костюк финиш, третья и Щуцкий вторая позиция. Поздравляем этих пилотов. Монахов победил в этом заезде, Щуцкий второй, Костюк третий. Это был последний проезд на сегодня для этого класса. И ждем последний, финальный класс, финальный заезд финального круга. Багги 8, электро.